Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Ипотека для кировчан подешевела на 1.5%. Среднеизвешенная ставка по таким кредитам в Кировской области сейчас 7,4%. На 1,6% пункта ниже уровня декабря прошлого года, сообщает Кировское отделение Волговятского управления ЦБ. За полгода кировчанам выдано почти 6500 ипотечных кредитов на 10 миллиардов рублей. Сумма выросла за год на 10%, количество кредитов на 4%. Больше всего кредитов на жилье выдано в июне на 2 миллиарда рублей. В ЦБ отмечает, что кировчане стали ответственнее выплачивать свои долги за первое полугодие в Кировской области. Почти на 10% снизился объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам. Средний размер кредита 1,6 миллиона, средний срок 18 лет. Программа «Экономика». В Кирово-Чепецком филиале «Уралхима» сменился руководитель Дмитрий Трушков. После 2 лет работы в Кирово-Чепецке возглавил АО «Воскресенские минеральные удобрения». А на его место директором филиала КЧХК компании «Уралхим» в Кирово-Чепецке назначен Анатолий Шаблинский, до этого занимавший должность генерального директора «Воскресенских минудобрений». Таким образом, Трушков и Шаблинский заняли места друг друга. Как пояснили в холдинге «Уралхим», ротация проведена для повышения эффективности производственного процесса. Шаблинский 15 лет работает в химической сфере, много лет на предприятиях в Беларуси, с 17 года в Воскресенске. В прошлом году вошел в 1000 лучших российских менеджеров по версии издательского дома «Коммерсант» и Ассоциации менеджеров России. Экономика на 101 FM. Каждый пятый кировчанин сталкивался с домогательствами на работе. Это показал опрос, проведенный компанией HeadHunter. 80% соискателей не приходилось иметь дело с харассментом на текущем или последнем месте работы. 14% сообщили о нежелательных прикосновениях. 5% приходилось выслушивать неприличные высказывания в свой адрес. 68% ничего не знают о домогательствах в адрес коллег, но 14% слышали об оскорблениях на работе. 5% знают о принуждении других работников к интимной близости. На вопрос, применялись ли к виновным санкции, 85% респондентов ответили отрицательно. Выговоры были в 6% случаев, увольнение в 4%. Экономика. Завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 73,80, курс евро 87 рублей 83 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.